Всем салют, и в этом видео я хочу поговорить с ботом. Я, короче, всю ночь сидел, мне было скучно, я нашел видео. Что будет, если оставить двух чат-ботов наедине? И я так подумал, блин, чат-боты, они, короче, сейчас умные. Там работают всякие алгоритмы, типа, они запоминают, что им пишут, как отвечать, и, короче, с ними можно поговорить. Но вот эти вот супер умные, они все на английском, поэтому... Я решил загуглить вот Cleverbot на русском. Тут по первой ссылке. Вот куда-то я попал. Я попробую вот в этом видео поговорить с ботами. Да. Окей. Так, что на меня? Ваше имя или никнейм? Ну давай, типа, меня зовут Паша. Да, сказать. Ага. Нет. Не все так просто. Круто, это он мне так ответил. Ага, я могу типа еще в процессе этого его изменять. Ага. Тогда так. А я бот. Вот так вот надо бы мне было ответить. Запомнил, ага. Так, что? Как? Почему оно так подглючивает? Так, расскажи, как у тебя дела? Думает. И что? Какой-то, короче, тугой бот. Не очень. Я с ним не начинал общаться, потому что я не знал, как это... Мне было интересно, как это будет происходить. Вот мои первые впечатления. Все нормально, да? Подожди. Ты парень или девушка? chatbot.tv.ru. Что-то, короче, какой-то мутный бот. Но он такой реально тугодумный. Я парень. Ты парень? А у тебя... Вот я сейчас попробую задать два вопроса одновременно. Вот. А у тебя есть девушка или ты гей? Не, ну даже не так. Ну ладно, пусть будет так. У тебя есть девушка или ты гей? Научили бота, что он же, как бы, он мне ответы выбирает из тех, что у него уже есть в запасе, что он проходил. Я думаю, что рано или поздно ему сдавали. Нет, девушки, я всего лишь робот, я не могу быть педиком. Что вкуснее, дыня или банан? А, ну вот смотри, начинает быть интересно. Ну, судя потому, что ты спрашиваешь про бананы, ты скорее всего педик. Вот, даже смайлик. Мне интересно, вот, я хочу, чтобы он мне писал с смайликами. И вот, я так закрутил, и судя по тому, что ты спрашиваешь про бананы, ты скорее всего педик. Он должен же понять суть, что я ему написал. Блин, это же... Как же это все-таки сложно вот написать какую-то программу, чтобы она понимала смысл слов, смысл значения, что я в это вкладываю. Все эти речевые обороты. Нормально, ориентация не влияет на самого человека. Девушки любят, когда им делают... А, подожди. Я говорю, все это потому, что ты спрашиваешь про банан, ты, скорее всего, педик. Он говорит, нормально, ориентация не влияет на самого человека. То есть, и он написал мне смайлик. Мне бот написал смайлик. Девушки любят, когда им делают комплименты. Но откуда я знаю? Я задрот. Вот. Что он мне ответит на это? Куда я могу узнать, любят ли девушки комплименты? Я не умею делать девушкам комплименты, нет. Это совсем не то. Становится интересно. Вот. Кстати, мне когда будут писать какие-то... Паника! Почему? Почему? Иди нахуй! Так, подожди. Ты чё грубишь? Подожди, ты чё грубишь, бык?
Это просто... Ну как? Ну... А чего я ожидал от русскоговорящего бота? Реально, а что я ожидал? Он не умеет нормально общаться, он просто, если чё... Ну, иди нахуй, всё. А чё, а чё? Слушай, мой друг незнакомец, поставь мне лайк внизу, пожалуйста. Мне, ну, мне нужно больше друзей, чтобы быстрее учиться. Чувак, реально, я тебе поставлю лайк, да. Бот, подожди, я не знаю, нет, подожди. Как тебя назвать? Да нет, ну а бот, который умеет послать нахуй. Вот, вот так вот. Ты реально мне понравился, да? Реально, вот, ну. Хорошо. Так, давай тогда по теме. У тебя маленький член. Но он, конечно, он, ну так, довольно-таки долговато отвечает, но просто его перлы, которые он выдает, это просто шедевр, это как это, феерично. Я не знаю. Венеролог? При чем тут венеролог? А при чем тут венеролог? Ну, реально, пока что все связано. У меня иногда такое ощущение, вот я вот сколько вот жду, мне прям кажется то, что на самом деле там сидит чувак, и он просто, ну, сам печатает мне на... Сам мне печатает, то есть там меня не будет отвечать. Ну вот сейчас вот, а при чем вот венеролог? Ну, что именно? Немного неадекватно, неправильно? Что именно? Так, та... Просто так. Вот так вот было бы лучше ответить, если все-таки нет. Окей, давай тогда я тебя спрошу, знаешь про что? Я видел единорога. Подожди, что такое единорога? Как думаешь? Так, подожди. Я видел единорога. Как думаешь? Я продам холодильник ему. Вот так вот. Такое сейчас, он сейчас меня опять пошлет нахуй и все. Просто он меня пошлет нахуй и все. Не пиши мне больше и заблокирует меня, кинет меня в бан. Ну давай, 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 я жду. Блин, я прям начал жалеть, что я... Думаю, да, ну вот. Я прям начал жалеть, что я снимаю без вебки, ну, потому что я настолько сейчас улыблюсь, настолько улыбаюсь, да, так круто. Думаю, да, хорошо, так, давай. Спроси меня про что-то. Да, давай, ты меня будешь спрашивать, что я тебе темы подкидываю. Давай ты мне будешь подкидывать темы. Ну... Ну, тут еще есть второй бот, я так понимаю, вот, клевер-бот ВКонтакте, а потом еще в этом боте. Ну, спроси меня про что-то. Что, например, ну... Например, про... Давай, например, про машины. Сможет ли он меня что... Они носят красные макасы и ебутся соусами. Так вот. Они носят красные макасы и ебутся соусами. Так вот. Причем? А машина тут причем? А машины тут причем? Реально, причем тут машина? Я говорю, спроси меня. Он говорит, про что? Я говорю, про машины. А он мне про красные макасы. Что именно? Неправильно, неправильно. А что это означает кнопочка? А, еще один вариант ответа. Та просто так. Вот, то есть, когда не знаешь, что можно так просто, та просто так, типа, отвечать. Ну, реально? Бот,
тебя большие возможности. Ага. Которые могут, тут же написано, могут содержать ненормативную лексику. Окей. А ты целовался с парнем? Ну. Что ты не скажешь? Что? Давай. Нет, конечно, я же не педик. Ладно, да, ну вот, красиво он говорит, педик, там, все дела. А, и тут, кстати, есть минус, я не могу вот вверх листать. То есть оно как вот так вот есть, и все. Я не могу вверх, типа, историю посмотреть. Ну ладно, хорошо, я тогда думаю, что я на этом закончу это видео с этим ботом. Если что, там, если вам понравится, может, я еще сниму, я как-то сниму там полноценно и с вебкой, и мы будем обсуждать, например, там, тему космоса, тему, я не знаю, тоже там, политики, какие-то игровые вопросы, да, я, наверное, про игровые вопросы поговорю с этим чуваком, но это уже будет там в следующих видео и так далее. Да, всем вам тогда спасибо за просмотр, да, всем пока!